Вспомнила былое. Слезы, наверное, лезли на глаза. Очень тяжело. Вот мой дом. На картинке хоть посмотрю. Жалко, очень жалко. Ну. 7-й этаж у меня. Фу, Мешвидезе. Вот мой подъезд. Исачин подъезд. Ой-ой-ой. Ой, нет. Ничего не осталось. Это что? Кто здесь жить сможет? Никто. Или вот это? Ты какой этаж? Вот это значит мое, а кто-то здесь живет. Видишь? Занавески. Здесь бы я дошел, все, и то мы бы с вами бы с сыном могилой смотрели. Ну, не знаю. Обещают, будет. Ну, 30 лет сказали, что будет, а пока ничего не вижу. Вот это все свои веками, все эти люди не построили. Я вот так и кости жили, все жили. Я вот за зале, вот здесь скрапенка пишу, мужик минул, подвал. И вот так я жил. И сейчас мой дом живет армянин. И там дом не разрушен, но все нормально. Ох-ох-ох-ох. Целую ночь думаю, когда я вернусь. Не знаю. Посмотрим, какой жизнь будет дальше. Если туда пойду, конечно, сына. Комнат, большой дом был. Эти детские спальни, 3 штуки. 3 комнаты было для детей. Все было капитально сделано, красиво. И теперь на чего похоже. И посмотри, дерево растет внутри. Растет дерево. Less.